Так, тут идут участники. Всем привет, друзья. Monster Trophy. Прилуки. Серьезное соревнование. Первое в этом году. Такое. Ну, не первое, а первое, наверное, да? Ничего же не было из-за коронавируса. Да. Так, вон участники идут по трассе. Это, наверное, наша трасса. Но мы в процессе разберемся. ТР-0 стартанул. В общем, такое пока начало. Класс ТР-0. Самые разнообразные автомобили. От ГАЗ-69 и ГАЗ-66. Нивы, УАЗы. Вот такой Форд. F-150, наверное. Судя по всему, смотрите, какое тут рубилово. Интересное сочетание автомобилей, считают круги, полтора часа дается, кто больше нарежет кругов. Посмотрите, что тут творится. Ну такое одна, ну там, наверное, где-то есть круг не очень большой, я так понимаю. Вот известный человек, я думаю, вы узнали его, легендарный ГАЗ-66. Какая на скорость, на выносливость. Вот здесь идет Нива. Да, такие красивые моменты тут на спуске. Что-то поддымливает. Нет, все нормально. Добрый день. Доброе здоровье. Ох и банда. У вас проветривает сразу. А вот и наши два Жени. Смотрите, как идут красиво. Тут за носом. А вот и слепой. Всех можно увидеть. Смотрите, что творят. Да, это неожиданно было. А как тебя так далеко занесло? О, борьба. Там 69-й, видно, всех вставляет. Как-то он быстро круги нарезает, да? Я что-то только подошел. А, ты только подошел? Не, сейчас на УАЗе будем. Ну, мы в тяжелом классе. В ТР. Я на квадрике. В ТР-4. Да, ты на квадрике? Да. Так все, ты продал уже все? Нет, все есть. Все есть? Ёханый бабай. Серега, это ты? Что-то, блин, лицо увеличилось. Ты что, все время ел, пока мы не видели? Ёхтёный бабай. Ох, там слепой отжигает просто. Просто отжигает нереально. А вот, наверное, лидер, судя по тому, как быстро он круги наматывает. Да, не хватает дождя. Какое рубилово. Ну, веселая карусель такая, да? Вот тут можно поставить, тут вот такие чудеса творят. Уже да, да. Торкани, можно так сказать. Вот это же, чертик, 69-й творит. Всех, всех, смотри, смотри, смотри. Ну тут красиво с заносом. И знаешь, Руслан, на заднем приводе. Где глушители так по крыше сделаны. Значит, Ту-34 это мой самолет. Да, так, слепой. Решил объезжать уже. Что-то видно укачало уже, потому что как-то они бодрее шли. А, видно это, отдыхали, наверное, руки расслабляли. Сейчас должно быть. Подрезаю, да? А что вы его не будет
масло доливать. Когда масло доливать, Серега мочит. Когда будет масло доливать. Слышь, тут такие заряженные машины в таком классе, блин. Мне уже страшно выезжать с ними тут. А что ж дальше будет? Ну, сказал, там трасса страшновато. Хорошая, да? Чтобы не застрять. Слышишь, Серега мочит, говорит, когда же они масло будут доливать? На каком кругу? Слишком долго катаются, да? Да-да. Не, сильно дымит с одной там трубы. Ну, газик, да? Да-да, газик. Но он всех рвет, он реально в лидерах. Посмотри, что творит. Вот, доливать будет. Посмотри, есть, спешит на долив. Там же... Посмотри, что творит. А, замена резины была? Шейка разрывает вообще на газу капитально. А там второй замена шаровый. Нострадамус. Бобровицкая Ванга. У нас там Троещинская Ванга есть, знаешь? Троещинскую, не угадывает ничего. Я кажу вправо, а там уже лево выскочить. Класс. Ну это серьезный просто какой-то человек. Витя, ты понял, какая лучшая машина? Ты посмотри. Лучшая машина — это 100-кг УАЗик. ГАЗ-69, посмотри, что он делает. Да ладно, он твой подписчик гоняет. Где, где? На НИИ? На Шевроле НИИ? Да, втроем ездят. Втроем, да? Ну, красиво, как идут. Давай, давай. Да, да, это Жека. Блин. Так вот уже вкуривают трассу, почему вы сюда идти? Да. Вот слепой поехал. Я хочу застать хороший момент, чтобы он не получался. А наши, наверное, в рот утомляются, утомляются с каждым кругом. Да, все подсохло, к сожалению. В этом месте было очень жестко. Это же трасса? Да. Одинаковая. Одинаковая, да? Ну, чуть-чуть там изменения. А вы как, в этой поедете? Ну, планово поедете, да. А что, у вас там много конкурентов? Не, мы одни, у нас победа обеспечена. Серьезно. Ну, может, еще там кто-то будет, ну. Да нет, но в призах в любом случае. Франц вон этот, вон. Франц есть, да? Да. Да ты шо? Так Франц может застрять. 360 там сколько лошадей у Франц. На чем? На патруле. Со Скайлайна мотор стоит. Смотрите, что творят тут. Вот они наши. Ой-ой-ой. Ой, красиво. Молодцы. Жека, красавчик, молодец. Я думаю, на призы идут. Лови вот этого. Вот этот момент этот... делает хороший. Но у него скоро будка отвалится. Момент делает хороший. Он так красиво по-широкому заходил. Это работает на русском? Да-да, тут какие-то эти. На камурку. Тут слепой только что взлетал так, что, блин, отрывались и передние, и задние колеса. А слепой? Так. А вот еще из нашего клуба. Не-не-не, это с отдельного. Подожди, ну глава клуба, да, пускай смотрит. Так, посмотрите, какие кадры тут, пока у Лени интервью берут. Какая борьба, блин. Смотри. И фарами мигает ему, ты посмотри. И пошла борьба. Ну красиво, блин, как. Теперь интересно, это тоже место.
Фордец хорошо тоже так, ну сложновато ему, длинный он. Ну видите, лидер 69-й просто разрывает всех, как вообще. И не раскладывается, сколько уже прыжков, сколько прошел. Вот даже такое, вроде бы, примитивная на вид простенькая трасса, но сколько драйва. А вот слепой лично. И за ним все идут. Тут если так дня два ездить, они разровняют, она будет ровно. Вот и джип. Ну, держится внедорожник. А вот и наши. Так, что-то Додж засыпает в этом повороте, а потом просыпается. Так. Ну, 469, как обычно. Не, едет хорошо. Хотел сказать, сложно ему. Газик вроде чуть сбросил, хотя... Ох, и зажигает. На заднем приводе красиво. Ну он, Жека, решил слепого, блин, а слепой же не видит, блин. Смотри, что творит, режет угол. Красиво обошел слепого. Ну тоже неплохо идет очень. Машет флагами нам Додж. Очень жесткие ребята здесь. Ну, Нива. Жека быстро идет очень. Жека молодец. Да? Так, наверное, будем тебя раскручивать, слышишь? Ты уже известнее, чем Тина Кароль уже, мне кажется. В Прилуках. В Прилуках. Да Жека рвет просто. Молодец, чувак приехал первый раз, да? Он же нигде не ездил. В соревнованиях, да, думаю, первый раз. Это, ну, его дебют. Две блокировки уже, да. На блоках он? Уже на блоках, уже все. А тогда мы по танковой, когда он первый раз ехал, ты понял? У него передний блок стоял. Мы думаем, как он так ехал на стоке, понял? Так, ну вот он реальный лидер, я думаю, тут даже без вариантов. И колонна. Да, 66, Доджик, Нива, 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 3 и 3 Нивы. Блин, как он мне машет флагами. Две первые Нивы пока идут, да? Да, да. Круто. Я думаю, что идет первый ГАЗ-69. Привет, Вован. Я думал, ты в шишиге сидишь. Кусты не бегают у тебя. Смотри, кусты, знаешь, как дембельский поезд делает? Да, 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 дембельский. Мы, помнишь, делали в Чернигове? Что, Женя, обходит? Как красиво. Вот, двери открылись нормально. Ну, это стандартная ситуация. У меня уже штурманят малые. Да я понял. Надо нам два шлема. Долгонете нам? А это не мои. Не ваши? Брали у кого-то? Ленчика взяли, но он же едет. Ну мы же с ним в разных тогда возьмем потом у Ленчика. Колонну собрал, смотри. Слепой собрал колонну. Смотрите, тут есть срезочка.
посмотри, как все держатся круто. И такая трасса на вид простенькая, но есть тут места. Это же кольцевая гонка, это жесть вообще. Это убийство для машины. Ой, это наш человек. Он всю ночь с нами это вместе. Уже все, не дрифтуют. Берегут, а что машина дорогая. Он, какой-то... Он же по-первых дрифтовал, понял? Понял, отдыхает. Идет в лидерах, теперь не рвет машину, чтобы закончить. Он первый идет? Ну, судя по количеству, как он нарезает круги, но сейчас он медленно, понял? А то реально все один, он два, блин. Этот жестко такой вообще, я тебе говорю. Этот не доедет. Не доедет, думаешь? Нет. Причем ни мотор, ни трансмиссия. Не да вижу, вижу. Колесо, блин. Ты видишь, что творит? Это жесть. Я думаю, что... Да тут такой, что и на заднем можно валить. Тут же... А, где-то Форд сошел, кстати. А не, идет Форд, вон. Не, Форд идет. Форд только медленно. Форд вообще на заднем приводе едет. Как и слепой на заднем приводе. Да? Поворот включает. Ты видел слепой какой пунктуальный? Форд, блин, джип, конечно, слышишь, вообще не пожалели, да? Да, да. Ну и Форд тоже такой дешевый. Ну, как бы Форд крепенький такой. Вот что же на заднем приводе идет? Ну, конечно, надо какое-то препятствие было все-таки сделать, чтобы на заднем не могли ехать. Водички им налить, да, где-то? Ну, конечно. Там надо было зацепить болото. Ну, хотя это легкий класс. Три УАЗика сражаются. Три УАЗика. Нет, газики, болотик. Я тебе говорю, это что-то будет с этой Нивой. Это жесткие ребята. Да. Людей сколько, пацаны? Нет, я имею в виду участников. Участников много, да. Молодцы, ребята, слушайте. Посмотри, что творит. Это тоже очень жесткий. Не, он поворот полнее входит. Красный. Укачало это уже. Это зелье. Вот это, конечно, не жалеет. Слышно, да? Ну, это же внедорожник. Я малым сказал, вы знаете, что это канитель на полтора часа? Сколько прошло, не знаешь? Полчаса максимум. Да не, больше. Я два кума отлетал. Хорошо, смотри, жопа обрисовка. Газик скинул. Идет на победу, чтобы не разложить, понял? Сделал отрыв несколько кругов. Я теперь говорю, тут вообще можно было отрыв не делать. Просто ехать. Если они все будут знать, они все отвергнут. Да? Ёханый бабай. Вяжет колесо. Было бы кольцо побольше, понимаешь? Ну да. Было двухступенчатый. Сделать еще заезд и спуск еще, понял? Вот с той полосы сделать вот такой крутой, чтобы сбив скорости был. Мне кажется, по буеракам нормально. Им бы водички где-то налить. Водички, вот, да. Тут налить воды, и вот тут уже рельсы три можно было. Да. Да, это зелье. Не пустил. Слышишь? Смотри, да, это мой подписчик. Тоже нормально наваливает Женя. Там даже два подписчика моих в одной машине, два Жени, блин. Да, Вова. Прямо туда. Посмотри, какая красота, блин. Посмотри, какая борьба. Ну, конечно. А ты? Дверь открыли. Две сразу. Нет. Это да? Большое. А что там? Там два этих. Выкопали что-то? Резюку ныряешь, уже. Ров выезжаешь, в озеро ныряешь. Потом... А ты что, приехал на Гранде? Не, я на нормальной машине. Ты свитишь, что ли? Я на УАЗе, на своем приехал. На надувных? Не застряну. На надувных приехал? Да. Ну а как же? Притащил? Ну конечно. Оттащил чем? Блин, они больше радуются нам, чем мы им, да? Оттащил чем Грандом? Нет. Витьком? Да. Да, вот такая карусель веселая. Ух ты,
смотри, газончик творится. На газончик рвет реально просто. Смотри, раз, по короткой, смотри. Отвлекся. Прозевал уже. Прозевал слепого. Валера, елки-палки, а где ж ты был? Я тебя искал. Я на месте. Готов? В каком классе? Третьем. Третьем? А с кем же я буду ездить? Один? А третий с четвертым же вместе, наверное, едет. Это Жеки. Дали сразу имя человеку, не успел появиться в эфире, понял? Женя Панда сразу дали ему. Так, поменяли точечку, но картина не изменилась. Как не изменилась? У всех амортизаторы оторваны. У всех амортизаторы, да, уже. Посмотрите, какая колонна собралась красивая. Я с той точки как-то лучше. Газик? Лидер? Да он не лидер. Да не, лидер. Вот это? Вот это? Нет, это зеленое. А вот это тоже лидирует где-то? К сожалению, пыльно. И если бы не коронавирус, состоялось бы все это движение в мае. Представляете, какой кайф бы тут был? Тут просто бы, блин, вот даже вот эта трасса была бы, ну, не при... Непревзойденная, я думаю. Черный. Джип валит, да. Ой, вот это хороший момент, давай. Компас? Пошел. Блин, и как им весело там, слышишь? Да. Они не курят, нормально, просто едут. Просто едут. Жеки рвет, блин. Идет на результат, реально. Да, хорошо едет. Так, слепой идет. На выносливость просто. Он выносит всех. На выносливость этих пилотов и штурманов. Леня, а вы в каком классе? Р1, Р2. Я и там, и там. Ух, елки, ты посмотри, что тут завелись как, ну. Давайте посмотрим за этой дуэлью. Да, тут кадры. На каждом шагу. Зеленая Нива стала. Стала зеленая Нива, да? Ну вот первое, ну да, еще тут. Я не знаю. Тут на выносливость. Надо тоже аккуратно. Смотри. А вот и бородач, блин, опоздал на старт немножко. Ну сейчас, если поедет, может нагнать еще. Но он не грязи, проезжает мимо и все. Поверьте, да. Это пока УАЗик не обогнал. Пошла борьба. Жека его сделал. Давай, давай, да. Сделал, да? Да, смотри, обогнал. Мне УАЗу сложно, ты понимаешь, там можно держаться какое-то время, но укачивает просто. Закипел, что ли? Не знаю, что с Нивой. Сейчас приближу, посмотрю, что там происходит. Давай, мой могучий глаз. Не, что-то пытаются завестись или не знаю, что-то они там... Ты смотри, вон, у бородача какая-то клетка. Холодильник разыгрывать будет, а не так. Ну, первый вылет. Первый вылетевший есть. Ну так что, я отца Павла раскрутил, ё-моё, блин. Его весь мир знает. Да, такие фотки есть, вот иностранные. Я сразу к нему подошли. Вы самый великий, да. Я великий. Я великий. Я их поздравляю. Руслан, слушай, если тебе лучше, то губам читай, Руслан. Давай, читай.
Я первый, кто придумал 4 на 4. Я первый, кто придумал, что в субботу надо ехать и делать вовсе. Что тут происходит, елки? Нельзя отвлечься. Я и мои сектанты. Да? Ну да, он сейчас их разведет, они сейчас тоже все отдадут. Вот эта шапка проехала в Танзании 3000 километров. Да, 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 это она. Чтобы не сгорала шея, видишь, я тебе специально подумал о тебе. Ты осталось еще 2000. Так, ну. На 5000 делать за что, да? Здравствуйте, отец Павло. Нужно приезжать на кучу. Он занят, он занят, он занят. Дуже цікаво. Отвлекаемся, короче. Еще побажаю сейчас. Ремонт. Зберегли свои машины, чтобы не пошкодили. Найкраще. Отец Павло, ё-моё! Привет! Эфир пустил региональному ТВ! Привет! О! Привет! А где тебя видел? Да ну здрасте! Где-то видел, где-то лысина свернула. Да, да. Да что, слепой проверяет выносливость людей просто внутри, видишь? Подсыпает немного. Слепой, давай! Сейчас мы подойдем к судьям и узнаем ситуацию на трассе. Ну что, там есть какая-то информация, блин, свежая? Кто лидирует? Нива или? Привет. Семечки ты обещал, я шел за семечками. Нету уже. Давай! Ну Нива идет в призах, Шевроле Нива? Да. Это наша машина. Всю ночь мы не спали, ехали к вам. Не зря видно, да, боролись? А запорожец кто? 10 номер. Какая машина? Нива. Нива тоже хорошо идет, да? Вот это она? Не-не-не. Давай. Ух, подрезает жесткий. Осторожно с ним. Блин, тут как пыльно, слышь, у тебя тебе молоко должны дать в конце. А маски давали. Маски приехал. Да, да. Давай, быстрей, давай, бегу с тобой. Смотрите, что слепой творит. Слышь, я когда тут встал, они быстрее начали ехать, ты заметил? Да. Надо было сразу сюда переходить. А кадры ловят твои видеокадры? Ну, конечно, все. Жека, давай, Жека, идешь на победу! Посмотри, как наваливать начали. Ну, пыль вся летит сюда. Сейчас надо будет перемещаться. Ну джип, гляньте, какой крепенький, хорошо подвеска настроена, легенький. Тут хрен перейдешь дорогу. Опа, вот эти. А 69-й вот этот лидирует, нет? Да? Первый нет? Так, я пошел. Я слепому дорогу перебежал. Ох, блин. А вот это, блин, серьезный человек. Смотрите, ведет какой учет, он серьезный. Ну кто лидирует, Игоречек, скажи. 90. Игоречек. Да. Привет. Ну, Ваня, Ваня, привет. В розыске, да? Ну, 60-й, 80-й, 60-й, 90-й. Все хорошо. Да ты мне машины называешь, что ты рассказываешь? Не, у меня машины нет, у меня только цифры. Бортовые номера. Чтоб не подсудил, да, или что? Да. 60. Но этот хорошо идет, да? Не, кричить хорошо. Кричит хорошо, идет не очень, да? Ну кричит так, что за два круга считаем. За два считаете, да? Чего два раза кричите, не пойму. Чего два раза кричите? Не, все нормально. Не, потом. Уже сошло 4 машины сходу. Как 4 машины сходу? Одну я видел только, Ниву вашу. 31. 66. 3. 65.
87. 10. 83. Считаю тут вообще. Ваня, отойди, тебя видно. А Ваня... Ваня, отойди, тебя видно. Вот так, Шевроле Нива хорошо же не идет. Смотри, кто пришел, отец Павло. Перебегая, то пелетон сильно редко проезжает, надо как-то... Бежать? Рано или... Можно? Давай, погнал! Что-то у него там висит спереди. Ёханый бабай. Ну держатся пока УАЗы. Руслан, так ты тут перебегай тогда. Тут так, больше... давай, что там результаты какие-то промежуточные скажи. Да так не понять. Предварительные давай. Первые 40 минут кто выигрывает? Да. 4 лидера победили. 4 лидера, да? Да, 90-й, 3-й. Примерно какие это машины? Я машины не разбиваю. 90. Это третий. Третий что там нормально идет? 69-й через круг. Я свою наклейку. Добавляю борьбы. Я сегодня утром ехал. И что? Это самая грамота у меня на столе такая выбивается со значком монстры. Это самое 2018 год штурману за приезд. А за приезд? А за приезд. Так где? Упала со стены на тебя или что? Посмотрите, что творят. Давай! Посмотри, что Жека творит. Там два фолловера в серебристой Ниве, два моих. Директор Жека? Да, да, там два директора Жека. Слышишь, слепой идет не спеша, ты можешь на ходу подбежать, сесть и ездить с ним. Блин, поздно. Да вообще. Кто? Что восьмой номер как идет? Починился? Идет. Слышь, а что у него спереди вот это светоотражающее, да, такое? Или это за эмблема какая-то? Жилет. Кто сбыл? Да, ну у него все равно бы шанс. Он толкает ее хотя бы. У него хоть палочку. 60. Палочку пустит. Два. Он толкает. Не толкает. 87, 83, 65. Докрутили. Ну веселая гоночка. А что с водой? Напряженка, она была со шланга хоть налить чуть-чуть. Так давай сюда нальем. Нет, тут же договорились. Да ты все выйдешь. Игорь, расскажи про остальные классы. Кто знает? Ты должен знать. А, ты считаешь, да? Есть. Нет, так а что, что эти? Ну что там по трассам? Будет интересно. Да, намного интереснее. Намного, да? Да. Тут а что участников много? 60. Да, 60. Во всех классах. 60 человек. 60 да. Экипажей. Без квадриков. А? Без квадриков. Без квадриков. Так а ты будешь участвовать? А я. Не брыши, я вижу, ты хочешь соскочить. В зрительском.